Так, ну что, друзья, как у нас сейчас обстоят дела с КД, с рангом и так далее? Так, заходим в рейтинг. Я уже обогнал, кстати, рейтинг по сквадам, поэтому у меня уже 1%, не хватает 700 очков до завоевателя, 700 очков всего лишь. Вот, а с 4 звезды. Также у нас что по КД получается пока что на данный момент? На данный момент 10 КД, 1852 урона, почти, ну почти 2 косаря среднего урона. Было 2, я подстил последние катки. А, вот, 50 игр даже не отыграно и 5 топов. Ну, 5 топов, потому что, ну, очень сложно соло брать топы, учитывая то, что 200 команд все сидят в разных кемпах. Ну, и я часто ошибался, потому что я уже так настолько устал играть. Бывало такие моменты, где просто устаешь играть, просто жопа даже болит сидеть банально. Поэтому, ну, в любом случае, статистика неплохая. К Завику мы уже близко-близко вплотную подходим, поэтому, я думаю, все неплохо. Здравствуйте, дорогие друзья, вот и выходит у нас третья серия пуша завоевателя в соло против дуо. Намного стало потнее, я сразу скажу, намного стало потнее играть, ребята, уже почти. Кстати, в этом видосе я уже апнул ас там сколько-то звезд, и уже очень близко продвигаемся к завоевателю. Солянова это очень душно. Также я вам буду показывать, как, ну, как и говорил в первой серии, я буду показывать вам все моменты по возрастанию ранга, от первой катки до последней, как я умирал там, как топы брал, все такое. Но я не буду всю катку целиком показывать, это нет смысла. Поэтому я буду показывать отдельно взятые моменты, лучшие или... Ну, это не хайлайт, это не нарезка, это просто, вот, допустим, один момент, где в конце либо топ, либо умер. Вот, и чтобы показать вам ранг, чтобы видели, какой ранг, как я поднимаюсь от начала до самого конца. То есть первая серия, вторая, третья. И, скорее всего, как я понял, я уложусь в 5 серий. Скорее всего, будет 5 серий. Это третья, значит, еще впереди будет 2. Возможно, даже 6. Ну, скорее всего, 5. Вот, я так думаю. Точно еще не знаю, но я так думаю. Поэтому, друзья, от души всем, кто ставит пальчики вверх, это очень важно. Кто пишет комментарии, это тоже очень важно. И если вы не хотите пропускать новые видосы, скоро, кстати, вернусь к стримам. Если не хотите пропускать стримы, ставьте колокольчик на все уведомления, на подписке. Также, ребята, где мы найти актуальные настройки, связь со мной, много чего интересного. Это все в моем телеграме, ссылочка, папочка в описании. Залетайте. Вам всем приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает. Погнали уже смотреть. Ба-бам, третья серия. Добил, и еще есть там один. Вот это уже было хорошо, прям грамотно. Сава. На моей крыше чел. Он отлетел, типа. Этих убил парней. Этого нокнул парня. Давно я с Берилом не играл, слушай. Хорошо. Отлично, нок есть. Стоит, чекает, смотри, у меня. Закидывает, да? Мышь. Вот он вот так играет, блин. Мышь сидит в доме. Я очень сейчас рисковал на самом деле. Но я почему-то был уверен в своем зажиме, то что я его перестреляю. Это его тиммейт был. Тут у меня вроде челы сидят, если мне не показалось. Прям за баги вроде бы там чел держит. Да-да-да, реально чел сидит там.
Я думал, она мимо летит. Я отвечаю, я думал, она летит мимо. Я не знаю, как мне играть, чтобы с ними драться. Как мне играть, чтобы с ними драться? Они вообще прям сидят, ничего не хотят делать. Я понял. Меня жестко отрабатывают, да? Скимпов. Вот еще один сидит, прикинь. Сколько вас тут? А вот их убили, да? Да, тех типов двоих убили. У меня двойка наверху осталась. Вообще ничего не хотят делать. Тут я неплохо справился, базара нет, но еще вроде бы один чел есть. Даже не один. Даже двойка. Они не пойдут, да? Они не пойдут на меня. Там же еще второй есть. Забей. Я обосрался, если честно. Подожди, но они не дотекают. Это другие типы вообще. Тут все разные. Я не помню, как это работает. Так, куда мне заехать, интересный вопрос теперь. Смотри, передо мной челы сидят уже, да, в кемпах? В двушке чел сидит, я его слышу. Точнее, вижу. Да, на втором этаже сидит парень. Надо подъехать и закинуть его ему просто что-нибудь. Смотри, не дурак, отошел сразу. Ну, по идее, он подгорел, не? Да, он что-то греет, да, еще? Понял, круто. Ну, это профессионал. Это забей вообще, что это было, блин. Я не хотел так жестко залетать. Я как-то сквозь стену прошел, или сквозь дверь, я так и не понял, что произошло. Но я не хотел забегать, я его хотел как-то побайтить аккуратненько, а потом зайти. Да, голову типа. 5 человек осталось. 2 двойки, видимо, и 1 сольник. Если зона уйдет на меня, это будет прекрасно просто. Лучше не придумаешь. Сейчас зона все решит. Слева чел, справа чел, в упоре чел. 5 человек? А где они? Прикинь, это тимплей у всех. Это забей! Это забей! Зачем я пытался его добить? Зачем я пытался его добить? Пушка? Пушка есть? Понял.
извините, ребята. Это мой район. Хорошо. А у них еще жизнь была, прикинь, оказывается. Доел моего. Что? Как? Что, блин? Что? Есть ног, отлично. Идем, пушим сразу. Наверху стоит он. Поднимаются уже. Хорошо. Так, первая двойка минус, отлично. Хорошо разобрался, очень хорошо. Тут разные, я понял. Еще есть, да? Еще есть. Еще там есть на крыше. Да, вот он стоит. Хорошо. Хорошо, есть ног. Проходим сразу. Они поднялись уже. Хорошо. А у кого тут МГшка была, парни? Тихо. Вот этого я боялся. Это был бот. Улетел наверх. Ну, ДБС. Ну, я думаю, почему он так пошел? Ну, да потому что ДБС. А я думаю, почему он так спокойно пошел? Потому что ДБС. Потому что ДБС. Есть ног, можно закатить. Причем там две разные команды вроде как хватится. А, к нему подходит уже, да, чел? Смотри, к нему подходит уже чел. Я могу прошить, по идее. Ног есть, еще один. Надо закрыть хая. Они там хорошо сидят, блин, забей. Хорошо. Отлично, двойку убил. Тут еще баги одно стоит. У меня... Меня опять этот ДБС убил, у меня в руках была паутинка. Я же мог просто остановиться и стрельнуть в него. Ну как так можно такую катку заруинить? Одного только что видел. Я их побайтил. Грамотно.
Вот теперь можно заехать. Блин, но я не успеваю. Или успеваю? По идее, в теории должен успевать. Хорошо. Я рисковал, конечно, здесь только что очень. Но мне нужно было допушивать, так как ног один был. Хорошо, четко спланировано, грамотно очень. Очень грамотно. Уже едут, уже едут. Серьезно? Серьезно, я никого не высадил? Алло? Алло, как я никого не высадил? Это вообще шок, что происходит здесь? Упори чел ползает, серьезно? А, это нокнутый у меня ползал, прикинь. Я мог его добить, но я не добил его. Ладно. У меня сзади чел летит, да? Серьезно? Мне показалось или нет? Сейчас закидывать будет. Я не знаю, как это, как это работает, игра вонючая. Как меня убили только что? Как меня убили только что? Вопрос. Я вас понял, парни. Я сделаю вид, что уехал. Я остановлюсь тут. Я буду их принимать. Сейчас по-любому тут поедут. Я уверен, поедут сейчас 100%. У них выбора нету. А, едут, да? Едут, но они как едут, я не пойму. Едут, едут, едут. Момент истины, едут, едут, пацаны. Не умереть, не умереть от зоны. Не умереть от зоны. Отлично! Блин, было на тоненького. Было прям на тоненького, забей. Но было хорошо. Ха-ха-ха-ха. Вот он. Сколько раз меня так убивали. Настал час расплаты. Кстати, у меня кемпы в зоне. Моего доели, да? Моего типа доели, прикинь. Прикинь, моего типа доели, блин, негодяи. Зачем моего доели вы? Вижу, бегает двойка. Блин, но типы сверху там стоят очень хорошо, и это плохо. Так, ну а я могу сейчас пройти, у них инфы может по мне не быть. Они будут думать, что я сзади. Вернее, там же, на той позиции. А я могу сейчас жестко пройти дальше. Наверх, спину им. Он у меня! Я тупой, я не знал то, что он здесь, я думал, он тоже справа. Ай, победа была так близко.
Блин, я что-то начал ерунду какую-то делать, короче. Типа суетиться больше, что ли. Я думал... Вот, то есть, понимаете, когда я бежал, убил одного, добил его сразу, понял то, что на эмке патронов нету. Если чел будет где-то дальше, там же в смоках, где-то примерно там же, то, ну, сложно будет. И я уже прям бежал, все кнопки жал, там этот мачете, вот этот кинжал, катана, паутинка на КД, и уже каждую секунду у меня момент, сейчас будет стрелять, и все вот это вот. Из-за этого, короче, я что-то как будто бы ошибся. Мог спокойно убить этого чела, он просто смотрел на меня. Он даже не стрелял первое время, я увидел его первый, но я тупанул. У меня передо мной машина, да, еще стоит. Двоечка там. Вот есть люди, интересно? Конечно же, есть, дача стоит. Вот еще люди передо мной. Так, мне колесо пробили, но я пока что могу тут играть. Со второго этажа чел может убить, да? Легко вообще. Я понял. Меня сейчас закинут в лицо хая. Мне их как-то убить надо. Они мне жестко мешают, вот эти двое. Есть нах, хороша. Добил. Еще справа двойка у меня. Или они уехали уже? Они как будто бы уже уехали, да? Я не знаю. Блин, мне сложно будет ехать. Нет. Я застрял. Зона пошла. Я успею? Да, я успею захилиться. Я в зоне. У меня броня 0 хп. Весь раскид эти челы свой потратили, вроде бы как. Этих типов нокают, да? Сзади чел остался. Так, вот этих убили, да, типов? Не, ну я попытался. Я попытался агрессивно с ним сыграть, не просто так сидеть. Я попытался с ним агрессивно сыграть. Ас! Здесь можно было то брать, если бы я получше сейчас пострелял. Но я ему, в принципе, хп очень мало ставил, его тоже закрыли, да? Блин, я же... А, ну... У меня же зона была, блин, ну... Я все равно думаю, блин... Ну, я не хочу жестко просто сидеть. Просто сидеть я не хочу. Просто сидеть. Я попытался хорошо отыграть, ну... Чуть-чуть, типа, знаете, с агрессией. Вот, поперестрелять, типа. То есть, понимаете, если бы я этого типа убил, то было бы хорошо. У меня было бы больше пространства. Я мог бы сместиться куда-нибудь, если что. Поэтому. Короче, походу в грибе чел. А, я вижу одного чела. Убил. И там еще дальше типы, да, есть, получается? Которым сейчас надо будет, кстати, в зону ехать. По идее, им надо в зону ехать сейчас. А, у меня чел сидит, прикинь. Убил. Еще ко мне подошли, типа.
Хорошо, этого тоже убил. Надо захилиться, фул большую аптеку заюзать. И можно идти дальше наверх в зону. А, вон, понял, где они. Хорошо. Да, они в зоне прям. У меня чел лежит. Убил. Шесть человек остается. А чё так больно, алло? А почему он мне так больно дает? Закона вообще нет. И колесо еще пробил. Было очень больно на самом деле. Этого убил. Там еще есть. Там еще один. Два разных типа в упоре лежали, держу в пульсе. У меня смоки. А мне еще эти челы мешают слева. Надо от него смок раскинуть. Вот там, возможно, ави, кстати говоря. Он хорошо попадает, а? Ты посмотри на него, вонючий. Что-то стрелялся, братишка? Там же и второй, кстати. Надеюсь, их другие не пососут у меня. Я не в зоне, я понял. Почему все по мне, алло? Хорошо. Я против двойки остался, да, цельный получается. Один в два. По-любому. И у них еще зона. Ну как так получается? Почему зона у них, я не понимаю. Это же прям просто невезение лютое. А, нет, один в один остались, прикинь. Он там, да? Больно, больно, бро, больно, больно, завязывай, успокойся, больно мне, очень больно. Успокойся, броня 0 кп. Он поехал. Хорошо. Как у меня не пошло? Как у меня не пошло? Вначале просто, я не знаю, я уже, блин, столько каток просрал, то что уже какая-то, знаете, блин, апатия, прям, блин, вообще в себя уже не верю. И из-за этого так плохо играть начал. И на ивент упал, максимум один килл сделал, умер. И на второй ивент упал, умер. На третий, еще благо то, что мне везет, я очень хорошо играю на третьей жизни, то есть на последнем острове. Я очень грамотно играю, там миллион челов, и я всегда выхожу. Еще кого-то с собой зацеплю. Блин, но все равно, это победа, такая очень плотная победа, очень. Вы видели, как все играют? И это еще повезло, здесь не так много типов было в конце. Это еще повезло, хотя бы учитывая ранг. Ранг, да? Какой ранг уже? Уже ас 5 звезд. Уже 5. Держу в курсе. Это жестко. Ну так игра вначале не пошла. Просто жестко не пошла вначале, но я жестко доиграл. Пам!